Утешайся.
тебе дворжило, свобода была. А теперь не жизнь, а каторга, я купчиха. Зиновия Борисовича из Польного. Сегодня грибки будут. Я очень люблю грибки, да с кашицей, с кашицей. Видит ли солнце или красом шумит мне? Дела, что ли, другого нет? А что делать? И зачем тебя мы взяли в дом такую? Говорил я сыну, не женись на Катерине. Не послушался, хороша жена. Пятый год замужем, а ребеночка еще не родила. Я сама грущу, я сама грущу. Ну? Я сама грущу, я сама грущу. Ну? С собой веселее мне было бы, если бы родился. Надо бы какого-нибудь молодца подцепить, да гулять с ним над мужем насмехаясь. Нет, шалишь, высок забор, собаки спущены, работники верны.
крыс. Опять муку всю поели. Тебе бы отравы этой. Говори! Плотину-то на мельнице прорвало, и прорва-то такая огромная. Как теперь быть, а? А работы, как назло, много. Придется ехать в Сапмо. Поезжай! Без хозяйского глаза нельзя. Народ ненадежный. Что не рассмеиваетесь? Вот, посмотри, отец нового работника сегодня нанял. Ладно, раньше где служил? У колганы. А за что тебя прогнали? Лошади готовы. Ну, делать нечего. Прощай со женой. Ну, теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись. Не так, ноги, ноги, ну! Девичур окаянный, какую хочешь бабу до греха доведет, всем взял и ростом, и лицом, и красотою. Он прежде у Колгановых служил, самой хозяйкой спутался, зато и выгнали. Хорошо, хорошо, начало хорошо, ей-богу, ей-богу,
за слепо уловил, уловил. Бежит волна за смерти, наспешил, наспешил.
Читать. Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж книг не читает. Скука одолевает. Что ж ты не женишься? На ком? Хозяйская тут за меня не пойдет. А простых мне не надо, не образовано все. А я человек чувствительный, вот и скучаю. И я скучаю. Как не скучать? Если б могла читать я книги, книги иногда дают нам бездну пищи для ума и сердца. Но разве может чтение дать нам счастье, что дает нам любовь? Ну, скажем, был бы у вас предмет со стороны, так как все другие делают. Да вам в вашем положении видеться с ним почти невозможно. Разве был бы он здесь, в этом самом доме? Я, думаете, не понимаю, сколько лет у хозяев живу. Нагляделся на женскую долю. Да, ну что ж, Сергей,
Уходи. Я пойду. Прощай. Вот лежу я на вас и чую, что и вам не легче, чем мне. Что ты говоришь? Позвольте мне. В ваших руках теперь и во власти это все состоит. Неправда! Это правда вся. Пусти, человека, я прошу ко мне. Пусти, не смей, слышишь, я прошу сына. На что тебе бросаться? Иди. Никуда я отсюда не пойду. Свёкр двери запрёт. Доброму молодцу и окно дверь моя. Значит, старость не спи.
все чудится, будто воры хотят ограбить. Хожу, смотрю, нет ли вора. Закатись! Господи, помилуй! Давай на гайку!
Ну, живей, снимай с него рубаху! Эй, брат, таю, это самое! Одно слово, таю! Сам ли будешь бить казать, или кого победи? Сам! Катерина! 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 Что такое? Я сплю! Спишь, спишь, а не так давно ты к окну подходила, звезды считала, восход ждала. Катерина, кровь выступает, кровь выступает. Смотри, смотри. Правиль, брат, у тебя много подобрый будет. Учился. Прикажете мне постекать? Нет, хватит. За раз много нельзя. Еще сдохнет. Отнесите в кладовую. Завтра снова драть будем. Проголодался я, не осталось ли чего от ужина. Ну, кому я говорю? Грибки остались. Это дело, давай сюда грибки.
Мастерица ты, Катерина, грибки готовить. Поди оденься, ведь ты чуть не голая, потом уходи. Иди. Стой! Что ты меня внутри воды принеси? Не принесу. Что, как ты сказала, ты смеешь? Смею. Смеешь? Смею. Смеешь? Что со мной? Крепко, значит, на ночь поели многие, многие. Эх, поживши там не рают. Зови папа, Катеринушка милая, зови папа, может и правда смерть моя приходит. Жас, 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 дождь и пожар, я много пожил, много грешил, папа сюда, папа сюда, Боже, Боже, какая боль, какая боль. Где ключи от кладовой? Душно. Еще крепкий был старичок. Крепко, значит, на ночь поел многие, многие. Эх, поевши помирают. И точно, ох уж эти мне грибки да ботвиньи, как сказал Николай Васильевич Гоголь. Великий писатель земли русской. О, чудные мысли перед смертью приходят. Борис Тимофеевич говорил, что он как крыса издыхает. Только не может этого быть, крыса дохнет. А человек представляется чудно. Однако панихидку не мешает отслужить. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка.
Yeah.
Сергей, ты мой, ты теперь всегда мой, Сережа, милый мой. Никого не побоюсь, сделаю тебя своим мужем. Никого не устрашусь. Хотел Борис Тимофеевич помешать, и нет его, умер, похоронен, забыт. Только я вспоминаю о нем по ночам. Часто является он ко мне страшный. Нет, нет, уйди! Катерина Львовна, убийца, я пришел посмотреть, как ты с Сергеем согреваешь постель моего сына. Тебе. Сергей, Сережа, посмотри, видишь, страшный стоит Борис Тимофеевич. Да что ты, никого там нет, успокойся, Катя. Страшно, Сережа, спаси, спаси, спаси меня. Милый, дорогой, крепче прижми меня к сердцу. Слушай, Сергей, Сергей, слышишь? Что такое? Кто-то ходит. Тихо, тихо. Тебе
опять мерещится. Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь, идет кто-то. Слышу. Спрячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж. Вот тебе бабушка Юрия в тени. Прячься, прячься. Целуй меня. Батя!
Теперь ты мой муж. У меня была кума, пить любила без ума. Ох, у меня был милый сват, на вино и водку хват. Ох, крестный батя тоже был, хорошо покойник пил. Ох, 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 без вина моя родня не могла прожить и дня. Ох, ну, а чем я хуже их, дую водку за троих. Ох, ох, начинаю пить с утра, ночи, дни, вечера, зиму, лето и весну, пью, походу, не усну. Но буду пить я целый век, я душевный человек. Ох, 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 ох. Хорошо петь, когда есть что пить, а когда нечего пить, тогда нечего петь. А почему нечего пить? Потому что денег нет. Планида у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был голый нищий, теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея, муж я себе беру? Да чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, все смотрит. Должно быть там хорошая водка. Смотрит, 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 посмотрю. И ох, какие там, наверное, есть вина. Ой, что делать мне? Ой-ой-ой, что делать мне? Убили! 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 Я же дурачье подумал, неужели все закуски протухли? Посмотрел! Боже! А там мертвец! Ой! 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 Ко мне на помощь и на караул! Ой! Спасите, люди, помогите! Ой! Ой! Полицию! Thank you.
в небе, кто краше солнца в небе. Никого! Солнце в небе, да, да, весьма прелестно, ручка горько. Застыдилась. Что такое? Замок сорван. Но там Зиновий. Не может смотри, быть. Смотри, страшно. Верно. Тише, тише. Когда уйдут, я же супруги шушукаются. Спасемся. Она еще не ночь. Кушайте, прошу вас. Кто краше солнца в небе? А? Варька! Сергей, надо бежать! Кто-то взломал замок, наверное, я видел. Там труп. А как же хозяйство? Розыска придется. Возьмем все деньги на Машу. Жизни хватит. Кажется, уснули. Иди за деньгами скорее. Нельзя медлить ни минуты. Где ж он? Где ж он? Иду, иду! Что такое? Некуда!
побрезговали, а вот мы сами пришли. Дельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Дельце такого рода, да. Одним словом, дельце. Не тяните, не тяните, бежите, бежите. Ох, Сергей, прости, прости меня. Бежите, бежите. А ну давай, завязывай, живо! Пусти, пусти, пусти! Держи, 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 держи! Пусти! Крепче держите, ведите в тюрьму. Отдохнем и опять.
солнца лучами. Будем мы версты считать, мерно звеня кандала. Бесконечные наши думы безотрадные. И жандармы бессердечные. Забыла. Какой грех, Сережа?
А кто до каторги меня довел, забыла? Серёжа! Подоед! Прости меня, Серёжа! Уйди, ты жизнь мою сгубила! Уйди! Серёжа! Тоже купчиха, просто сволочь! Почтение. И как это ты всюду поспеваешь? Четвертак унтеру я дал. И где ты столько берешь четвертаков? У купчихи. У купчихи. Ну и дура твоя купчиха. Известно, дура, дура. 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 Санеточка моя, желаю я тебя попросить доставить мне радость жизни. Какую это радость? Известно, какую. Какой прыткий, иди к своей купчихе. Опротивила она, опротивила она, опротивила она. Мне страшно. Чего ж ты хороводился с ней? Из корысти. А думаешь, я радости даром, что ли, буду доставлять? Обчелся! Стой, Санетка! Ну вот, ложись, то стой! Люблю тебя, люблю тебя! Люблю тебя, люблю! Люблю! Докажи, что любишь! Что ты хочешь от меня? Мне добудь чулки. Да где же? У купчихи. Верно. Ладно, добуду. Катя! Серёжа, пришёл! Катя, не сердись ты на меня, прости! Серёжа, ведь ты один у меня, моя радость! А ты оскорбил меня жестоко, Серёжа! Катя, прости! Тяжело мне, последний, может, раз с тобой я вижусь. Почему, Серёжа? До города дойду, больницу слягу, кандалами ногу натер, а нестерпимо. Так, что ж я без тебя буду делать? Без меня дальше погонят! Погонят! Не могу я дальше идти, больно! Серёжа, не могу я без тебя ни минуты быть! Что делать? Я не могу, Серёжа! Не покидай меня!
если б где-нибудь шерстяные чулки добыть, помогло бы, наверное. Чулки, что ж ты раньше молчал, Сережа? Но чулки, возьми чулки. Ах, Катя, спасибо, радость ты моя. Вот, возьми. Ну, я сейчас приду. Куда ты? Сейчас приду. Сережа, Сережа, куда ты ушел? Тихо же ли ты, я все плохочу. А прыжовничек-то ты, он и знать ее не хочет. А его не хочет ты, он и знать ее не хочет. Thank you.
когда ветер ходит в лесу. Oh!
рабынька. Слышишь, ушла бы, не ровен час споткнешься. Слышишь,